В Алматы сегодня провели уникальную операцию на сердце. Такое впервые в истории 7-й городской больницы, говорят врачи. В общей сложности хирурги прооперировали 4 пациентов. Все прошло успешно. Им восстановили сердцебиение. В ближайшее время всех 4 выпишут домой. По словам медиков, в случае несвоевременного лечения болезнь могла привести к ишемическому инсульту или хронической сердечной недостаточности. В нашу 7-ю городскую клиническую больницу поступил пациент 55 лет с диагнозом фибрилляция торцевидной пароксизмальной формы. Со слов пациента, последние 2-3 месяцев беспокоит учащение сердцебиения. После полноценного клинического обследования пациента была рекомендована реабилитация устных клеточных вен. После проведенной процедуры нарушение ритма сердца полностью восстановлено.